Существует 4 вида инноваций – продуктовые, процессные, организационные и маркетинговые. Организационные – это, например, организация новой базы данных, первое внедрение стандартов контроля качества, первое вступление в научно-техническое сотрудничество с университетами, первое использование аутсорсинга в производстве. Все эти инновации относятся к организационным. Организационные инновации – это новые методы в ведении бизнеса, в организации рабочих мест или внешних связей. Организационные инновации направлены на повышение эффективности предприятия, снижение издержек, ускорение процесса подготовки производства.